Книги «Читаем с фонариком» от издательства «Феникс» хранят на своих страницах множество тайн. В серии представлены издания «Что скрывает зима», «Что скрывает грядка», «Что скрывают джунгли», «Что скрывает морской берег», «Что скрывает поезд», «Что скрывает самолет». Самые важные секреты мироздания для малышей раскрывает автор Кэрон Браун. Подарочные издания содержат красочные иллюстрации с одной стороны листа и черно-белые с другой. Отправляйтесь на поиски новых знаний с фонариком в руках. На каждой страничке малыша ждет интересный вопрос. Чтобы получить ответ, рассмотрите страницу на просвет или проведите лучом фонаря с обратной стороны. Вы увидите четкие контуры рисунков, которые органично вписываются в сюжет картинки и дают ответ на заданный вопрос. Каждый персонаж книги может быть озвучен малышом с помощью подсказок. Попробуйте передразнить сову или озвучить гудящий паровоз. Чтение с фонариком создает загадочную атмосферу. Красочные издания знакомят ребенка с устройством окружающего мира. Звукоподражание тренирует артикуляцию и речевые навыки. Книги с неординарной подачей новых знаний прививают любовь к литературе с малых лет, развивают познавательный интерес и поисковую активность. Пролейте свет на тайны каждой книги. Ставьте лапки вверх, заказывайте лучшие игрушки, подписывайтесь на наш канал, подробное описание внизу под видео.